Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий, снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края, у себя на хозяйстве. У нас пополнение небольшое. Две ярочки молоденькие, от которых мы даже не ожидали. Они родили по одному ягненку. Одна родила девочку, вот эта вот стриженная. Наше пятнышко родила мальчика, барашка. Вот такие вот милахи. Всем сегодня принес сосну, чтобы заряжали себя витаминами. Вот это у нас Валентин со своими невестами тут сидит. Да, Валюха? Да, Валентин? Вот такой вот у нас Валентин. Тоже большой уже такой Валентинище целое, а не Валентин. Тут у нас Снежка. Я надеюсь, что она у нас на сносях, что родит нам козочку. Вот ждем. Будем надеяться. Там у нас овечки сидят. У них, в общем, сегодня сейчас полдник, едят сосну все. Все по сосне соскучились. Вот эти вот малыши, карандаши. Вот та девочка родилась 12-го, а вот этот вот мальчик родился 17 января. 4 дня ему. Такие красавцы. О-о-о. Пятнышко, ну-ка иди сюда. Вот такие вот у нас. В общем, в этом году у нас 4 ягненка пока. Может быть, еще, конечно, кто-то родит. Мы, честно говоря, от этих-то не ждали. Они у нас маленькие были. Получается, что стриженная в 4 месяца покрылась. Наша где-то, я думаю, что месяцев 6, потому что она у нас декабрьская, 25 декабря 2017 года родилась, и получается год, скоро будет год и месяц, через 4 дня, и вот 4 дня назад она родила нам барашка. Ходит 145 дней. Что это получается? Ну, практически 5 месяцев ходит, да? Это получается... Нет, месяцев 9 где-то покрылось. Покрылось, да? Месяцев 9. Уже как бы не в 4 месяца. Но все равно... Вот. Такие вот у нас симпатяшки тут. Мимимишин. Это наши свинюшки. Корешки-свинюшки, которые остались. Ходят, начесывают. До лета будут здесь жить. Летом переведем их на улицу. Недолго осталось. Всего-то месяца 3. Здесь прям, наверное, здоровые будут. Ладно, дальше. В общем, дела на нашем хозяйстве обстоят таким вот образом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Рад был вас видеть. Пока.